И всем приветики, вы на канале, и я сегодня вам покажу, как соединить прически. Так не обращайте внимания, что я перевернутый. Ну, короче, начинаем. И что бы нам соединить прически? Вот, смотрите, у меня сейчас 0 причесок здесь. Так, снимись. Вот, я лысенький. Например, я беру себе какую-то прическу. Head. Я хочу соединить, например, ну, вот эту прическу с этой. И мы нажимаем, например, на вот эту. Ой-ой-ой-ой-ой. Нажимаем на вот эту сейчас. Сейчас прогрузится. Нажимаем. Да блин. Сейчас. Вот, мы нажимаем на вот эту прическу. А потом я хочу с этой. И мы нажимаем. Это работает на ПК или на компьютере. Ну, на компьютере я только знаю. И вот. Мы на мышке нажимаем на правую кнопку мыши. Ой. На правую кнопку мыши, куда мы хотим. И мы нажимаем на кнопку, где написано «Копировать адрес ссылки». И нажимаем. И... ой. И потом мы идем в самый низ. У нас есть такая кнопочка. Мы сюда записываем этот код. Чтобы нам записать, мы нажимаем только Enter, ой, Shift и какую-то кнопку Alt. И вместе нажимаем, и у нас получается этот только. А, надо нажать на кнопку Ctrl и нажать на кнопку M. Русскую M, а английскую V. И вот так это у нас копируется. И потом мы нажимаем на сейв и опять на сейв. И у нас соединяется прическа сейчас. А вот, видите, соединилась прическа. Не только пока можно две соединить. Если мы хотим еще вот эту соединить, сейчас я вам покажу. Хочем вот эту, то тогда здесь должны быть ушки. То тогда здесь мы это копируем и вставляем, нажимаем Save, Save, то тогда нам говорит, можно только, простите, можно только две прически. Ну, пока так нельзя. Ну, короче, вы поняли. Я хочу вот так вот. И на сегодня это все. Всем пока.